Я не знаю таких людей, которые не любят горячие бутерброды. Вкусное, сытное и разнообразное блюдо, которое всегда готовится быстро. Что может быть лучше для завтрака или перекуса? Сегодня готовим эти простые, но очень вкусные горячие бутерброды. Для начала нарезаем хлеб. Можно взять хлеб или батон, но главное, чтобы это был ваш любимый вид выпечки. Тогда блюдо будет гораздо вкуснее. На терке натираем 150 грамм сыра. Мелко рубим укроп. Добавляем 3-4 столовые ложки сметаны и грамм 20 сливочного масла. Масло обязательно должно быть мягким, чтобы проще размешивать. Все ингредиенты хорошо перемешиваем. Можно добавить чеснок, но я его не добавляю специально, так как это бутерброды для завтрака и хочется, чтобы они были максимально нежными. Получившейся смесью намазываем хлеб и отправляем в духовку на 15 минут. Вкуснейшие хрустящие бутерброды с мягкой сырной корочкой готовы. Разлетаются быстрее, чем горячие пирожки. А если вам нужен более сытный вариант, то под сыр можно положить кусочек ветчины.